Правительство Тверской области приняло решение о выделении субсидий детским и молодежным общественным объединениям, осуществляющим деятельность в регионе. Его получателями могут стать любые сообщества, которые презентуют свою программу. Поисково-спасательный отряд «Сова» также может претендовать на получение дополнительных средств. Напомним, в этом году объединению было отказано в получении субсидий. Причина – отряд задолжал налоговой службе 200 рублей. Узнав о причине отказа, губернатор региона обещал лично погасить долг. По информации, которую мы получили от моих коллег, этот вопрос решился. Теперь поисково-спасательная организация «Сова» примет активное участие, будет допущена до этого конкурса. Но прежде всего я хотел бы, и об этом мы говорили, чтобы в этих мероприятиях участвовали и становились бы номинантами те организации, которые действительно вносят свой вклад в жизнь Тверской области. Там не искусственно созданное объединение под кого-то, да, а именно те, которые, что называется, вышли из народа и работают вот по тем текущим задачам и вопросам, которые перед нами поставило сегодняшнее время, сегодняшняя ситуация, сегодняшняя жизнь.